Новосибирские волонтеры культуры сегодня расписали стены под окнами больницы, где лечат детей с коронавирусной инфекцией. Арт-объект появился в рамках проекта «Рисунки на здоровье». Подробности далее. Это единственное, что нас радует здесь. Да. Наши маски в жизни, все остальное серое. Как вы себя чувствуете? На поправку идете? Да. Молодцы. Школу хотите заработать? Нам пришли отрицательные сегодня. Раньше тут была обыкновенная серая стена. Теперь же пейзажи Африки и легендарные персонажи из мультфильма «Король лев». Самое ужасное, то, что когда ты приходишь, это серое здание, оно набивает буквально ужас. Когда произошел коронавирус, все начали от незнания заниматься самолечением, и особенно вокруг детей беспокоятся их родители. И в больницу стало ходить еще страшнее. И вот чтобы вот этого не происходило, чтобы все шли все-таки к нашим врачам, мы решили помочь больнице, скооперировать здоровье и культуру. Фасады детских поликлиник волонтеры расписывают в рамках программы «Рисунки на здоровье». Ранее этот проект выиграл конкурс Российского фонда культуры. Вот такое объединение людей, которые одновременно, у них есть энергия и желание, внутренняя потребность что-то делать, но при этом они не скованы там какими-то там государственными заданиями, вот это, наверное, тот компромисс, который позволит нам правильно сформировать вот эту среду. Такие рисунки уже появились на стенах поликлиник в Краснозерском и Куйбышевском районах. Сейчас волонтеры уже ищут следующий объект, на котором можно будет порадовать детей на лечении. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, новости ОТС.